Так, опять от меня. Где вы оживали этот билет? Ну, где вы оживали? Объясните мне. Так, шнель, давай. Опять от меня сбежала последняя элик. Это что, у вас мужчина такая фамилия? Хай, Господь, помилая фамилия. Проходьте, проходьте. Проходьте. Боже, сохрани, мама родна. Ты, если він, то вона ж тоді хто? Боже, не дай Бог. Я с такой фамилией давно в тамбуре повисилась. Так, все, давай, заканчиваем. И не проси, не возьму. Я тебе русским нормальным языком сказала, что там на перроне. У меня свободных мест нет, все. Куда я тебя посажу? На голову, ты мне объясни. Вот не сонь мне свои деньги, ради Бога, не сонь. 300 лет они мне не нужны. Чтоб я за ее сотню, ту проклятую, всю дорогу трусилась. Не надо нам мне 300 лет. Не надо нам мне 300 лет, до было на Ольги, не сонь, кажу тебе деньги. Блядишь, а побачи и все. Тютю я на воркутю. Как у Ольги было 6-го вагона, только вышло недавно, только вышло. На черта оно мне надо, все. Чтоб я, Верка Сердючка, там взяла деньги. Не дитю, чтоб я, Верка Сердючка, там деньги взяла. Да никогда, никогда. Чтоб я деньги взяла, Верка Сердючка, никогда. Чтоб я, Верка Сердючка, там взяла деньги, там ни за что. Чтоб я, Верка Сердючка, там деньги взяла. Да никогда. Сколько? Сколько? Слухай, роднуха, за такие деньги ты бежи за вагоном и махай весело рукой. Поняла? Все, давай. Гуляй. Настань. Так, заканчивай. Где я пьяна? Где я пьяна, а не пьяна? Ну иди, будь с этой палкой по сверху головы, там я... Ага. Боже мой. Жанна Клементьевна, не-не-не, не сумлю. Все, все гуд, ага. Одних сажаем, других выпускаем, все как положено. Все, как вы меня учили, ага. Ага. Наша бригадирша зануда, ну. Так, заканчиваем посадку. Голуби, голуби, хватит там зажиматься, давай. Клюни вот той... Вот той рубильник, и разлетелись, давай. Все. Нинка на Москву, все нормально. Опять от меня. Чё ты вкнешь? Чё ты вкнешь? А ты не бачишь, что женщина с беременным ребенком? Вот ты река. Опять от меня сбежала. Проклятая. Вот уже работа собачья. Вот уже. Вот работа собачья. Я же как селедка в собственном поту. Ниночка, все, вот бай. Ага, в Москве встретимся. Опять от меня. Слава тебе, Господи, наконец тронул. Нинда, давай все, ага, на Москву. Фух, ой, как собака на цирлах. Постель брали? Брала постель, не? Что так воняет, ну? Не, ну что так воняет? Да, маленьком плато. Ось вы гляньте на оцю донні маті. Не вспіла воно сісти, їй вже чаю. Дайте чаю, бо скучаю. Що воняє, ну що воняє, ну? Не могу, серце стає. І там вже ротяку відкрила. Постіль, йолки-палки, мокра. Ти скажи спасіба, що мокра, а не грязна. Ага, нашла центрофугу. Да, 12 тысяч. 12 тысяч. Я такі ціни не видумаю. Постель їй мокра. Гробу тобі суху постелять, може бути. Та жалуйся кому хочеш. Давай, вперед, строчи. Он пиши в Київ нашому веселому Роджеру. Та жалуйся кому хочеш. Ти посмотри. Жалуйся, давай, строчи, пулеметчица. Слово вже їй сказати нельзя. Ні, на ти лень. Только що сразу фамілія. Только що сразу фамілія. Клара Цеткин моя фамилия. Постели и мокро, не ты представляешь? Принцесса на вагоне. Так, тебе не спится, я сейчас просплю там на полке, ага. Повыступай мне. Ты посмотри. Ты поела, дай мне поесть. Все, закрой твой свой рот, не порти аппетит. Боже, что воняет? Бабушка, где сахар в 3 часа ночи? Який сахар? То не сахар, то тебя не стыкали в рапинане. Не, ну шо воняет? Ну невозможно ж сердце стоит, шо воняет? Ну шо ж воняет? Ну шо ж воняет? Невозможно. Так, мужчина! Мужчина в караколке безобразной позе в трусах. Я вас прошу, вы або укрыйте свои ноги,
або давайте что-то решать. Мы ж помним вагон живых людей, имейте совесть. Вот, женщина, бачите, все, аппетит не испорчен. Аппетит не испорчен в конец. Вот в основном летом не ездила на зеленом дизеле. Боже, сохрани. Раз помню, ехали эти комсомольцы, добровольцы. Так нажрали же гады казенного гороху. Поезд чуть срез не сошел. Да. Что ты мотаешься, девочка? Что ты мотаешься? Тут сквозняк мне гоняешь. Он же санузел. Дедушка. Дедушка в санузле. Освобождаем его. Моя санитарная зона. Вы уже сидите полчаса. Я партизан в засаде. Давайте бегом. Что сейчас? Что сейчас? Пощакайте мне там. Нашел себе уединенное место. Тебе там еще можно постелить? Ты скажи. Я сейчас постелю. Вот, это ж станция. Подходим к станции. Все, быстренько, высадка десанта. Давай. Спать. Так, станция Бухаловка. Не Бухаловка, мальчик, а Бухаловка. А ну, мальчик, иди к своей маме. Быстрыми скачками. Следующая станция Наливаевка. Стоянка 200 грамм. Что я мылю? Что я уже мылю? Сказала Лидке шестого вагона. Та бутылка портвейна была лишняя. Все, сухой закон. Так, все в люли. Мама на перроне. Лидочка, Лидуха, накапай мне быстренько. Я иду на сходку. Все, моя хорошая, я бежу. На сцене Вадим Казаченко.
черных коней, летящих сквозь лунный туман. И там среди этих полночных теней одежды неясный обман. И пронзительный взгляд, столь глаз, столь звезд, словно молния сердце мне выжжет. Только в лунной стране ослепительных грез, и все дальше, а утро все ближе. Летящим коне, та, что грезилось мне, улетает от меня, улетает. На летящем коне, та, что грезилось мне, покидает меня, покидает. На летящем коне, та, что грезилось мне, улетает от меня, улетает. Летящим коне покидает меня, покидает. Я бежал, я кричал, но как часто во сне, так ни шагу вперед и не сделал. На черном коне, прямо к самой луне, летает мечта моя в белом. И мечта ты обман, мой ночной талисман, никогда наяву не увижу. И смотрю я с тоской в этот лунный туман, ты все дальше, а утро все ближе. На летящем коне та, что грезилось мне, улетает от меня, улетает. На летящем коне та, что грезилось мне, покидает меня, покидает. На летящем коне та, что грезилось мне, улетает от меня, улетает. И как будто во сне на летящем коне покидает меня, покидает. Мне улетает от меня, улетает. На летящем коне та, что грезилась мне, покидает меня, покидает. На летящем коне та, что грезилась мне, улетает от меня, улетает. И как будто во сне на летящем коне покидает меня, покидает. Как будто во сне на летящем коне покидает меня, покидает. И как будто во сне на летящем коне улетает от меня, улетает. Труля сегодня не пойдет. На-на-на-на. Боже мой, Ниночка, це ти, боже, подружечка моя роднуха. Я думала, ты после нашего вчерашнего дня рождения не ногой на работу. Боже, я так рада. Я так рада. Что у нас сегодня за день? Понедельник. Значит, разводим сачок на 30%. Ой, Зиночка, пришу, сегодня вторник, я что? Да? Так, значит, разводим сачок на 60%. Все. Сок березовый с мякотью, Нина. Что у нас в ассортименте? Ой, так, булочка. Так, булочка у нас вчерашняя. Почему у нас сегодня, Нина? 2500. Нина, 2500 то мало. Давай 2470 и все. Зиночка, родная, не будем мелочиться. 3620 и все. Все, что мы первый раз замужем? Так. Так, все. Что у нас в меню? Вымя нет, пельмени есть и дыр в собственном соку. Вымя нет. Если не жлик пойдет. Слушай, я сейчас была тебе рад. Чего ты, сука, ты? Все 5 минут до открытия стоять. Ниночка, сука, давай да рассказывай. Нина. Вот, блядь, я же стукать, я же буду гапать по нервам же буду стукать. Вот, Салина, само сраня, в мене же вот такая голова. Ну так, слухай, я сила четверку, ты перепутала, сила в двойку, я чуть не вмерла. Что тебе, мальчик? Я девочка. Ой, боже мой, девочка, красавица. Что тебе, солнышко, что тебе? Кушать, да? Ну, бери, девочка, котлетки, а мне один, короче, по 38, вкусный. Я не плачу, что у вас амняжи. Ну, бери, ты не сачок. Ух,
бери хорош, сегодня утром разведенный бери хорош. А что прусак в стакане? Где там ты прусак? Ну где там ты прусак? Ты не прусак, а изюм. Сама ржадиной кинула. Что там? Ну. Ну. Ну ты все на четверку, да. Я села двойку, ну на. Сижу, лежу в троллейбус, держусь за перила, ну все нормально. Ну, да. На заднем сиденье сидит наш родной Коленька. О! Я еще бегом домой, здесь бегом. Всех домой. Положено. Нет, женщина полагается, все нормально. Изучили в школе новую песню. Она, это, она. Сейчас женщина красиво таком костюме пела, такая. А по радио, да? Прическа такая. Да. Сейчас вот это запою. Это. Больно мне. Боже, Катрин, да, такая со стрижкой девочка, мальчик. Да, даю. Больно. Не, ты трошки не туда, Жанночка. Трошки. После вчера. Ничего, да. Больно мне, больно, не унять эту злую боль. Что такое? Представьте мне, пожалуйста, меню. Он меню перед вашими, извиняюсь за выражение, глазами. Простите, но не могу разобрать, что означает «дрыг собственному соку». Прощай, ну что ж ты такое, непонятно? Др и собственном соку. Мне, пожалуйста, первое и третье. Ой, и первое, второе, да и третье. Пельмени. Будем есть пельмени. По возможности вилочку с ножом. О, и еще вилочку, да еще. Коля, 5 баллов. Коля, при зрительских симпатий. Давай. Давай, Коленька, давай. Приятного аппетита. Чтоб ты вдовылась. Мне в тюрьме работать, слышишь? На ёлки-палки, а? А ты, ля, наш тебе не стоит, не на грамм. Ой, ёлки, сережки, позорничку. Глянь, боже, ляку дают эти липальчик. Глянь на мои. Красивые такие, за рубль 37 отсняла в 57-м году. Красивые. С берилом, да? И с ночью же небо, ну так. Ля. Ой. Что? Да вы посмотрите. Посмотрите, что он стоит. Что он стоит? Посмотрите, вот здесь. Да молодец, сама посмотрите. Позволяйте, я не понимаю! Посмотрите! Да погляну, гляну! Да посмотрю! Шаг назад! Женюшка! Посмотрю! Боже, что там такое, Ниночка? Посмотрю! Вы как бы женщина не рыла, а едила, поела и пошла. Как ты нормальный лёд! Что там такое? Что там? Это паук! Ты ещё тут? А куда себя валять? Дальше уже некуда. Если вы мне через секунду не предоставите жалобную книгу, я сообщу высшей инстанции, и ваши столовые закроют. Раз и навсегда. Через 5 минут до обеденный перерыв. Ну что, издеваетесь надо мной? Я не поняла. Так, я не поняла. Тебе не понравилась порция, давай я тебе ей заменю. Нет! Я сюда досыта. Стылень. Она сыта досыта, лянь. Наелась, напылась, сыта досыта. Там все нервы. Вот и все. Все нервы. Мама утра, все нервы. Глянь. Так, глянь, и рыла, да ляй рыла я. О, кай ты ори, глянь. Нет, чтоб кушать. Борщ. Борщ. Маяк. Да. Бабы, шанстанция. Коля, шо ты мелешь тим своїм дурнуватим? Коля, під'їхала машина, пам'ятав. Коля, хватай. Я тобі клянуся. Коля, хватай, ти мені змахай. Що ти мені не віриш? Що ти Глянь на цього Колю. О, вийшов Коля і... Ти варила поп, спасибо, жить. А що такое? Ти його пробувала? Ні, це ти. Я не розглянула його, а мені ж не відня, а вам сказав. Ти думаєш, що ти його вариш? Боже, Ніночка, ти не знаєш, це страшний чоловік, це страшний чоловік. Елеонора Вінікоєловна. Кінг-Конг жив, зараз розкажу. Вона вчора була у Літки 41-й. Умалювайся, я розкажу. Та захода, а Літка лежить на сахарі. Получила сахар. Ця захода, пір'їна така в лобі. Ужас. Каже, встать, я сказала, встать. А Літка каже, та йди, ти каже. Не було, то ми то. Ми мили сьогодні утром на Літці, нормально, розборчиком. Не було. Побалакать же саме. Все зробимо, так. Наш колектив очень хороший. Наш колектив хороший, читаем много, ходим в библиотеку, купим новую книжку, прочитаем ее от начала и до дна. Жанна, книгу мы читаем до конца. Да. А ще ходили в кинотеатр. Чего вы туда ходили? Культпоход. Что за фильм вы дивились? Поразуха. Не, на что ты мылась? Готов!
это пельмени. Так вы что, кушать хочете? Да! Так может вам просто хлеба? Нет! Я сказала вот это! Вот это? Быстрее, у меня 3 стола впереди! Тогда не покушайте. Дурочку! Ой-ой. Так может быстренько картошечку, огурчик помыть? Помыла буквально секунда. Боже, Нина, все, атомная война. Давай, Леон, давай, валяй, Леон. Ой, ну ты так валяй, Леон, можешь взять, а? 3,5 лет, конфискация. Не надо, вставай, ты 2 маленьких, только ты вся маленькая, больно, я такой. Жива, жива, жива. Ниночка, жива, разворачивай. Концерт по заявкам. Расцветали явной дыной, груши поплыли, туманы над рекой. Выходила бы, вот, Ниночка, давай, Леон. Там гавка, я? Ты каштанку Чехова читал? Хочешь, укушу, а? Лида! Лида, быстренько узнай с 3 раз, угадай с 3 раз, шо це? Та-та-та-ра-та-та-та, из березовой кольца. Шо це, быстренько? Неправильно, показываю. Ты, Щупцев, привет от Мануэлы, вы знаете? Елечка, слышь, Елечка, вставай, вставай, идиотка, дивись на мене, быстро, на маму дивись. Ты знаешь, купила за 2 гривни в Киеве, такая штука удобна. Я говорю, зачем нам мужики, объясни. Я себе стала белом за вагоном, тихонько, никого не трогаю. Не любовь, не любовь, не любовь. Конечно, руки устают, а что делать? Я тебе скажу, Лида, сейчас мужики пошли одне БУ. Понимаешь, от здоровья одни брови и желудок, понимаешь? Мне одна посоветовала, Лидка, ты не знаешь, малимончика, посоветовала, каже, купи, Вера, газету «Суперинтив». Супер, я ж думочка, наивная звезда купила газету «Суперинтив». Я ее, конечно, знала, потому что когда-то себе грипп вылечила. Я вот это у пса, вот это такая, знаешь, я муалокс, я выплачу антибиотиков, цедра антибиотиков, все, уже как-то так более-менее, а то антибиотики не берут. Я быстренько открываю газету «Суперинтив», постер года, мужчина года. Я как глянула, я как пропотела. На утро я как девочка. А там, значит, слушай, подожди, не хлопай. А там, значит, 3 объявления. 3 объявления. Такие, не такие и совсем не такие. И я что же думаю, ну, думаю, такие. Ну, все знают, бачу, хлопай, наверное, уже писала, да? О! Слухай же, так послухай. И я, значит, быстренько с объявления, быстренько такие, думаю, это же такие. Быстренько челку свою, ч-ч-ч-ч, челка Карлсон, все. Одела свою блузу, ты помнишь, в горох такая блуза, и тут бант зеленый, знаешь. Одела тигровые лосины, ну, в общем, девочка, понимаешь, еще это. И стою, взяла газетку, жду его. Жду его час, слухай, жду его 2. Идиот, когда глаза уже слипаются, понимаешь, не март месяц, понимаешь. Я его жду, 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 и вот ты представляешь, за те 2 часа, что я его ждала, 12 раз налогово потом, 14 раз рэкет, 12 раз тут газетчицы мне морду не набили, думали, что я торгую газетами. Ой, ну лучше б набили, чтобы я своего позора не бачила. Ровно в 12 пришло воно. Метр шапкой в прыжке. Ты понимаешь, я говорю, шо це? Я говорю, боже, шо це, кажу, господи. Я вот так, и воно як бородавка отпала. Ну ты дикай. Я, конечно, не расстроилась. Я быстренько с колонки совсем не такие.
совсем не такие. Позвонила, созвонилась, вона каже, я, мене зовут Антон, я кажу, слава Богу, от, це ваші проблеми. Я говорю, я Вераока, все, ну так, закрутила, щоб було інтересніше, все. Він каже, я поет-мазохіст. А я, ты понимаешь, слово помню, ну знакомое слово, мазохист, оптимист, понимаешь. А я, ты понимаешь, я просто встречала день рождения, мой день рождения с 12 на 30 в ночь. И уже голова не так, понимаешь? Ну, я говорю, кто мазохист, и в голове так, знаешь, слово знакомое. Что-то такое, оптимист, филателист, думаю, может, марки собирать, знаешь? Ну, думаю, ну, черт тебя бери, ради бога, слухай. Я тоже собирал календариков, котов, там, от всех, в школе собирал, ну, такая была тоже у меня болезнь такая. Вот, думаю, ради бога, у каждого свои интересы, слухай сюда. Воно приходит, я щелку Карлсона опять, все. Сидим, Днепр, все, идиллия, я кидаю камешки в воду, все. Она поэт-мазохист. Читаю там стихи, там Ахматова, собственно, сочинение. Там. Ну, конечно, стихами задавив, як харю курицю, клянусь. На эти стихи, на луну, это стихи, там что. Я, конечно, интеллигентно позихала в сторону. Интеллигентно, знаешь, ну, терпила долго, и вот она мне через час заявляет. Вераока, каже мне так. Я ж думаю, ну все, сделай мне больно. Я говорю, в чем дело? Ну, злякалась, а? Ну, мне опять. Сделай мне больно. Я говорю, в чем дело? Знаешь, а в самой ногти на жвачках, ты представь. Воно мне опять, сделай мне больно, кричили мы. А я уже, знаешь, я переживаю, уже думаю, что кровь носом пидор, не дай бог. Сделай мне больно, сделай мне, кричи, Боря, кровь на меня не плюет, делай мне больно, сделай мне, кричи, как сумасшедший, как Боже. А я не люблю, когда меня долго просят, понимаешь? Сделала. Завтра иду по повестке. Сейчас жить в реанимации кайф ловит, представляешь? А я ему, знаешь, сука, взяла в газиром, ну, помидорчиков, огурчиков, Галину Бланку, все. Прихожу, воно вот так лежит, вот так. Я думаю, как у меня так получится? Нога вот там, значит, тут гири, все. И він каже, такой женщины у меня еще нет. Господи, не дай бог, что не день, говорю, то не легкая, понимаешь? Вообще, я поняла на своем женском горьком опыте, что мужчину держать в доме, це економічно невигідно і нерентабельно. Ну яка от нього вигода? Ну, женщина, сам посиди. Прийшли на тебе з роботи 3 условних єдиниці. 20 условних єдиниць винесли. Яка польза, яка радость? Ну, звісно, то може і буде яка радость. Раз в місяць. Якщо не засне, звісно. А та кожна нормальна, красива жінка должна бути як Україна. Вільна, незалежна і самостійна. Не надо. І вона должна мати кума, свата, брата, акробата і ходити к ним по скользящому графіку. Оце буде незалежне, оце буде самостійність, я розумію. Так і чорті, що з боку бантик. Боже, Таня, Таня, Господи, ти вже Вітябське, да? Ой, ти що жаба-путешественниця, Таня? Ой-ой-ой-ой, Танечка, а що з ротом? Пединститут заканчуєш. Да, щас на стипендію не проживеш. Ти понімаєш, як я казала колись, знаєш, про себе, звізда не звізда, но жизнь сейчас така, що надо под рукою иметь свой огородик. Танечка, так, це, ну, це, не переживай, то робота з дітками, закінчиш педінститут, робота з дітками, це не приведи, Господи, робота з дітками. Ти розумієш, зараз такі діти пішли? Я тебе серйозно кажу, в першому класі їх знасилують, ти спасибо не скажеш. А ти думаєш, тому що їх розбалували, бачиш, от ці снікерси, шмарси, марси, от ти посмокчеш, подудиш, ідіотське, що ти таке для дітей придумали?
Чуть еще сбоку бань. У нас была, кажу, одна шоколадка в детстве. Помните, пластилиновая-то? Негуна. Пальма. Шикарная вещь. 44 копейки. Съел и доволен, понимаешь? Съел и доволен. А то черти шо. Танечка, ну ты передавай маме привет. Давай, давай. Господи. Господи ты. Я жаба не родилась, но похожа. О, ратуй ты мою... Слуга, Литка, алкоголичка, вставай! Понимаешь, вот ты... Я тебя ненавижу, слухай. Ты пьяна до водки. То есть ты жадна до водки. Ты жаднюча до водки, Лида. Потому что я тебя бачу всю жизнь, только в двух позах. Вечером в позе льва, утром в позе гарниста. Ту-тру-ду-т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 у. Додуматься, товарищи, додуматься. Танцевать вчера, сам бы нарежу. Сумасшедшая вообще. Зашла по колено в воду, говорю, а я водовая, вообще сумасшедшая. Сумасшедшая, клянусь. А та Геля еще, господи, красавица, дитя порока, господи. Нет, это вообще, ну, понимаешь, ей пить нельзя. Вона понюхает пробку с шампанского, язык вот так. И мыло помылом причепилась до того милиционера, слухай. Ну, что ты до него лезешь? Что ты из собака не привязан? Что ты до него лезешь? Вони нас як погнали, товарищи. Я... В них такие хорошие массажные палки, между прочим. Ты знаешь, все соли повыбывал, клянусь. Я вот ездила, Васильевка есть, там под Киев, Васильев. Там мне порчу снимала, там, знаешь, соли, все. Такого эффекта не было. Тут за раз. Оп! И как девочка. А ты спроси, почему? Я тебе отвечу. Потому что человек, работая с душой. Ой, вы знаете, я это недавно... Литка! Я хочу общаться. Слухай. Ой, як я хоть выгляжу. Ой, вот эту маску не сделала, и все. Все, 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 все. Господи, брови фломастером. Потому что нельзя. Потому что нельзя. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Ты знаешь, Лидуша, я такую кассету... У меня есть, между прочим. Забыла одна женщина, слухай, забыла мы на одна женщина кассету. Ну, в купе, слухай. Ну, вернее, не забыла, я сама и накрыла быстренько газеткой. То... Ну, то таким. Новая московская певица. Слушай, песни. Это вообще, с ума сойти не встать. Значит, еще такое имя, как есть в ней, подожди. Ну, погано, фу. Слухай, беззуба якась. Стрижка, как будто, знаешь, я чимсь переболела и подписала даже без фамилии, чтобы не позор, наверное. Шура. Ой, ну песни, я себе быстренько в песенник. Тен-та-та. Ты не верь слезам, все вернется. После долгих ночей былью... Да, выходи со своими газетами. Былью сладкий сон обернется. Слухай, а она такая шепелява, клянусь. Вот такие распевают, с ее красивым голосом, все надо. Синяя тобой, небо синего, более пленного, пленного. Сейчас упомню, жизнь отмета. Выбирай, выбирай, выкидывай. Вообще, что она, я говорю, зачем слова писать вообще? Ну, музыку придумай. Боже, боже, да, боже, 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 боже. Черт и шо, та выходи со своими газетами. Я говорю, мы газет не читаем. Я говорю, мы газет не читаем. Не могу отмахаться, ты представляешь? Я говорю, мы не читаем газет, уходи, к чертовой матери, стреляй. Не надо мне твои календарики, не кричи, успокойся, успокойся, успокойся. Мы не читаем газет, а, не читаем, мы, уходи, к чертовой матери. Лида, я не могу, уходи со своим спид-инфо, я не хочу тебя знать, уходи со своими газетами. Прийця купить. Что там тебе, суперентив? Ну дай три. Мені Литки та санузел. Слухай, ты представляешь, у меня же такая новость. Ты скажи, ты вообще больна женщина, чи не? Знаешь, я там уже забронировала на 9-м километре, понимаешь? На 9-м километре уже забронила нам койки, понимаешь? Ну це, товарищи, додуматься мене после 3 бутылок джин-тоника, 17 бутылок шампанского с шоколадкой, повезти мене з Гілей на балет. А там мужики в колготках.
А я, как дура, в первом ряду с биноклем. Военным. Ты можешь себе представить, что я бачила? Вау! Ну, еще когда бегал щелкунчик, еще куда не шло. Ну, когда выскочил коршун, мама родная, папа космонавт. Ты что? А я женщина слабая, легко возбудимая. Ты что? Болит, без слов, ни одного слова непонятно. Сука, ни одного слова, музыка пыляя. Знаешь, вот это, Ванесса Мэй, наверное. И черти что сбоку бантик, я не понимаю все. Я вон пришла на Шефатинского, все понятно, понимаешь? Туда суть под ребро, все понятно, это черти что. И в колготках бегай, семью свою позор, я дурачок. Я тебе скажу, воно в колготках бегает, а сумасшедшие гроши, между прочим, получает. А ты думаешь, ты спроси, где растет картошка. Он тебе скажет, фри. Что он не знает. Как вспомнил, как мы картошку садили, ты помнишь? Ой, две больные женщины, клянусь. Взять, товарищи, взять, посадить картошку утром, в обед отметить, вечером собрать урожай. А Геля каже, что за картошка с глазками? Ой, боже, мои колеса, ты глянь, Лида, маленькая. Боже, чьи ты такие вонючие, а? Ой, такая красивая, ой, моя маленькая. Глянь, иди до чашки, чувствуй, гадь, ну? Иди, 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 иди к маме, ой, иди, иди. Ой, фу, боже, да иди к чертовой матери. Иди, кажу. Та иди уже, пошло вон от цептора, пошло вон, говорю. Та, пошло ты вон, пошло вон от цептора. Ну, чтоб ты, а пошло, понаплодять там, блин, пошло вон. Лень, шипай там маму. Пошло вон, дифозная. Понаплодять там, блин, ты Боже, Ася Карпуна, це ваша китя. А я думаю, на кого воно мені гад похоже. До чого китя красива, і пухната, і пірната, мяу-мяу, фірі-мірі, ой, нікому не мішає. Боже, прелесть, кошечка. Щоб ти перевернулася. Ні, кажу, вона в мене в самій дома живою галок, да. І мама, і сестра, і всі нас. Ось. Нравиться мені Вітівськ. Отам як пройшла, думала, останні панталони зніму. Клянусь. Хорошо. Вітівськ. Тихий ганстерський городок. Ой, боже мой, боже мой. Ви не встали ще, ні? Спать хоч? Виходь, батько вже сплять. Сонце низенько, вечір блисенько моє. Серденько. Та хто ж це шепнув? Поче. І не начебто так близенько. Петре, це ти? Ура! Тихше! Ти що кричиш? Бачиш, розбудиш. Що ти фукаєш? Ластівко моє! Сокіл! Лелеко! Когоний! Птиця! Жаданий! Риба! Єдиний! Ягідка моя червива! Ягідка моя червона! А мій батько вже спить. А мій батько вже спить. А мій ні. А мій спить. А мій ні. А мій спить. А мій ні. А мій так спить, аж хропе. Я теж як сплю, теж хропу. Бо так тебе кохаю, моя рідна Наталонько. Так же вже кохаю. Клятий сірко, киш, 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 собака. Батька ще розбуде. А тоді що, любий? Не мов би, то не знаєш? Ні. Знов мене твій батько по ливаді ганятимуть. А як доженуть, тоді що, коханий? Не мов би, то не знаєш? Ні.
Тебе ніколи веслом. Ні по чому не били. Ну що ти, любий? А мене били. Я його бив. Так же мене твій батько веслом. Били? Та вже мене твій батько веслом. Били, коханий? Аж сил вибились, а мені той байдуже. Тільки 3 дні встати не міг. Так же все боліло, так же все зуділо. А ще більше! Що сталося? Коханий! А он бачиш, зіронька! Бачу. Так хто ж ти? А он бачиш, зіронька? Бачу! То ти. А он бачиш, одна зіронька на другій. Бачу! А знаєш, що то? Ні! То я на мопеді! Бачу. Коханий! А батько казали, як побачать нас разом, то вб'ють. І спочатку тебе, мій любий, а потім вже й мене. Ні! А чого? Ти що? А що? Не надо! А чого? Ти що? Оце... Хай же вже спочатку тебе, а потім вже мене. Не судилося нам разом бути, Петре! Петре! Прощавай! Прощавай! Ні! Стій, кохана моя птице, не відлітай! Йо-майо, чому розплетена коса? Зараз заплету! Ні! Не треба! Чого? Ах ти ж! Та чи винна я? А чи ні? Ти згендюбила наше кохання. Кому мушу вірити, якщо й ти збрехала? Ну ти же брехло. Не жити мені. Мені, козаку українцю, теж жити. Прощавай, рідна Україна, нене. І ти, чумацьке шта. І ти, рідне село. І ти, конопляне кошена. Хто ж догляне тебе, хто скосить, хто продасть? І ви, мамо глухенько! І тату теж. Сестричка Люба, жучка песик. Ну, Віка, давай. Зоя. Зоєчка, давай. Галчонок. Галчонок, давай. Лена, Леночка. Іна, Іна. Наталка. Ся тут. Вероніхочка. Коля. Здорова будь, гадюка. Не мож в житті козака Петра. Загинув як козак. Спраньонки, тетя Света. Так я не поняла, подожди. Школа там, ти скачеш оттуда, чи для бешеної собаки 3 кілометри не круг? Та є, тетя Світочка, це я ще за хлібушком заходила. А, я бачила твою маму, вже очі посиніли від голода. Пухне просто. Тетя Світа, ти знаєш, мене сьогодні класна руководительниця заставила нарисувати цвіточок. Можу собі представити. У мого цвіточка були глазки крошенькі, а ліпісточки зелененькі. Ну а носик якого був цвіта у цвіточки? Як у папки, да? Носика цвіточка немає, щоб ти хотіла знати. Боже, як я забула, твого ж папа, в нього ж не носик, в нього песик. Тетя
Федь, а угадай, что я тебе сейчас нарисую. Надо мне ничего рисовать. Встань! Руки прочь от асфальта! Нюся, детка, ты хорошая девочка. Ты в своей жизни ни в чем не виновата. Но ты понимаешь, я твое искусство не понимаю. А настоящий художник, как сказал покойный Рембрандт, должен воздерживаться. Воздержись, детка, воздержись. Так а что мне делать, как за мной никто не хочет играться? Знаешь что? Он только тетка Лидка. А возьми Олю, возьми. Ты же не разрешаешь. Бери Олю, бери, говорю. Тетка Лидка только побелила стенку. Давай, сделай ей приятное. Сделай ей территорию данс. Значит, не так, сразу, значит, киндер-сюрприз. Сразу три радости. Давай, Юрка Юрченко нарисуй, Анжелику Рудничку и Аквавиту. А посередине Поплавского, давай. Вот, она разрыв сердца получил, что? Ой, давай рисуй. Ты знаешь, я тебе, конечно, еще вчера хотела сказать, моя малятка. Что? Воно, як що хорошо рисовать, понимаєш, нужно талант. От у папи твого таланту, от то живописець. Ой же рисує мамі надюрморди. Ой же рисує мамі надюрморди, Нюся. З одної, значить, сторони Суриков, з другої Пікассо. Тут Рубенс, і мама ходить, як Рембрандт, понимаєш, як Третьяковська галерея во время ремонта. О! Оце живопись, оце гармонія, оце мазки. Ну ти що? Треба поучитися у папи. А це що таке? Ти Свет, гадай, що я нарисувала? Нюся, що ти можеш прилично нарисувати? Скажи мені, пожалуйста. Ну угадай, ти Свет, угадай. Боже, мені стільки роботи, маму воспитувати. Книжку Макаренка прочитати для мами. Оградку красить, міста на кладбище займати. Я не знаю, коли це я зроблю. Ще вгадую твою роботу. Бачиш, яка ти тетя Світочка? Ну, хорошо, минута на розміщення. Що воно таке? Брейн-рінг. Угадай. Ой, боже, красиве. Ну, угадай. Боже, яке красиве шото. Боже, яке симпатичне шото. Угадай, тетя Світ, мене мамка всегда угадує. Ну, конечно, папа під світ, мама отгадує, чого ж ні. Що воно таке симпатичне, ой, яке красиве. О, Боже, що воно, хай ти гориш, що воно так? Так це ж, о, Боже, Нюся, ну ти що? Ну хіба таке є йожика ззаді? Ну ти що, тітя Світочка, це не йожик. Як не йожик? Не йожик. Лисичка? Ня-а. Крокодильчик? Ня-а. Мамку рисуєш? Мама мене трошки не така. О, не скажи, он, ти правильно нарисувала ротик, чорний. І ще синько, я так чуть-чуть синя біля глаза, вилита твоя мамзель. Дочка своя мать. Все. Да. Ти здаєшся, да? Ой, ти здаєшся. Та здаюсь, ти що? Та щоб ти хотіла знати, тетя Светочка, это же солнышко! Не смійся, моя малятка. Так це сонечко. Ага. Хіба мати винувата, що дитина дурнувата? Ну, хорошо, це сонечко, а ото, що внизу торчить? Та то ж лучик, тетя Света. Хороший лучик. Дай Бог каждому. Ти хоч підпиши. Да. Яка сім'я, таке й сонечко. Це Ліда, об'язуй, що це таке? Подарок на день рождения. Це ж обыкновенний дождик. Це ж стрілка на стрілці, ти посмотри. Я вище не хочу піднімати просто. Стрілка на стрілці, ти що?
Отак, подруга називається. Ці колодки чуть витарять на холодну ногу, да? Вони йдуть на покойнику. Ой, я не знаю, куди ми козимося, що це буде. Мальчик, що ти опять смотриш на мене? Дивися, да, тетя зробила прическу. До сих пор не може зняти берета, да? На іменини, да, звісно. Ти так дивишся, мальчик, як будто я у твоєї мами гроші позичала та не віддала. А, булочку і сину. Їж, 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 моє малятко, їж, їж. Хто знає, що нам Бог завтра пошле? Може, завтра твоя мама пошиє тобі шортики з березової кори? Що ти смієшся? Буде нам всім сміх аж до гікалки. Чи сміх буде, а гікалка точно. А ти що гупаєш у дверима в тамбур? Що ти гупаєш? Там же теж люди спять. Двері треба закривати ніжно. Як тебе вчили в школі? Скажи, як тебе в школі вчили? Хто коза? Хто коза? Ти все, що на козу похоже. Клоп юний, ну ти представляєш? Ні, ну мене всім в житті обзивали, тільки не козою. Біда, я тобі одного не прощу. Вчорашнього. Взяла мені, зробила екскурсію по Києву. Повела на балет. А там мужчини в колготках. А я, як дура, в першому ряду з біноклем. Воєнним. Ти можеш представити, що я бачила? Ой, ти що? Ну, ще, як бігав той лебедь, ще нічого. Ну, коли я побачила коршуна... Мама родна, а папа космонавт. Ти що? А я жінка слаба і легко возбудима. О! Не знаю. Ти знаєш, я це як побачив, воно щось... Воно вискочило, щось бігало. Я це, блядь, не розумію. Без слова, во-первых. Ніхто нічого не розказує. Оце вони пиляють, а хтось умер, як будто. І вона ж вискочила. Це у неї отака все... Ой, ура! І воно в колготках. Що це за робота для мужика в колготках? Заставить би його на огороді. Зараз така... Як спомню, як ми з тобою картошку садили. Ой! Вечером посадили, утром собрали урожай. Ти жадна до водки, ти страшна. Ми це фрунт за 103, ти що? Ой, не знаю, що це буде. Так, пасажири, давайте быстренько покупаємо постель. Хватить цю возню, началось, тільки сіли, началось. Давайте покупаємо постель всі. Быстренько, возня пара настроєнь, мене троє сьогодні. Вулкан щось, де? Так, 4 гривні, бабушка, 4 гривні. Що дорого? Ну що дорого? На товарний поїзд. Я сказала, быстро на товарний поїзд, а не дорого, а з вітерком. І постель покупати не треба, дорого. Ну ти представляєш? Таке як здрасте. Ой, не знаю, гляньте, боже, я не можу на це глянути. Ну ти подивись на це чудо. Дівчинка, куди ви оті грязні свої рубльові сапоги в подушку зашиваєте? Ну хто їх возьме, кому не треба? Ой, ціле почалось, Ліда, все. Називається все. Цирк почався. Куди ти лізеш зі своїми газетами? Давай виходь сюди з моїми газетами. З моїми сексуально озабоченими газетами, потім не заснеш. Іди к чорту мать, давай. Виходь зі своїм спід-інфо, я сказав, виходь. Я сказав, виходь, ми не читаємо газет. Ми газет не читаємо. Глаза в нас болять, да? Виходь. Я сказав, ми не читаємо газет, то йди отсюди. Я не знаю, як вам докричатися. Я сказала, газет мы не читаем, уходи. Все. Ты понимаешь русский, я махальный язык, я не поняла. Раз, пошел. Все, давай быстро выходи. Боже, я не могу отмахаться. Лида, что доробить? Придется купить. Ну что там тебе? Бульвар? Ну дай 3. Мне литки в санузел. Так, что бачу, записывайте. Значит так, слева, слева, отдельно, без апострофа, да. Значит так, слева, слева. Слева, написали? Слева, 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 сейчас, 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 сейчас. Ничего не бачу. Непроглядна мгла. Праворуч, в смысле прямо. Воно. Ага, лежить, як і казали. Ага, що робить? Та ви знаєте, воно вже своє отробило. Значить, а праворуч, туди в смислі,
В смысле, право. Возле воинской части ГАИ. Не ГАИ, кажу, а ГАИ. По-нашему, голубые. Гнездо не в смысле по форме, в смысле по жизни. Кажу, гнездо, ну вы мне семь раз судите, что голубые делают возле воинской части? Солдатів снимают, ну елки-палки, ну. Виноват, виноват. Нагнетают половую обстановку возле воинской части. Поняв, поняв, поняв. Дупло вас хорошо поняв. Поняв, сделать разгон, поняв. До приема. Так! Голубые! Так, девочки, не до девочки. Як поется в однонародной песне, пусть солдаты немного посплят. Так Ева забрала свою голубую бригаду и оттуда, на отведенное вам в парке, горе с полкомом место. И чтоб ни одной ноги тут не было. Так я начинаю отсчет до одного. Раз. Чтоб ни одной ноги тут... Что ты делаешь? Ну ты просто... Онищенко, ты лишь воно вытворяй, ну. Ну что ты таким языком вытворяешь? Ну ты... Ну ты... О, ты ж... Ты бачишь, что творить? Ну. Ты ж при исполнении, до кого ты заигрываешь? Ну ты просто... Слушай, Ева, сейчас... Оцим репликатором Кузнецова по самому эрогенному твоему месту. Три дня на роботу не вийдеш, ти поняв? Чи поняла? Чи поняло? Так, Онищенко, Онищенко, об'ясни їй пару раз. Такс. Так, а ти, Мурло, быстро отклеївся от асфальта. Стоп, бігу ми машину. Давай, быстренько, сам, давай. Сам пилот, сам давай. Давай, буду я ще об тебе ноги марати. Ну ти поняв, ну. Давай, давай, быстро поднялось, в Коломбину. Би сказав, быстро в Коломбину. Що ти тут оце? Що ти тут мені оце? Оце воно. Розвалилося, як кобила, ну. Давай бігом, Онищенко, витягни його на світ. Щоки-палки, йому противно, ти поняв? Йому противно, аристократ. Онищенко, це мені, прапорщику може бути чуть-чуть противно. А ти, сержант, присвіти фонариком. Та не мене, ти дурачок, клієнта світим, ну. Ох, послав Бог напарничка, йолки-палки, йолки. Онищенко. Та тут клієнт солідний. А ти кей же шмерла. Ти глянь, одежда яка. Здрав'я желаю. Що це ви, гражданин, так нализався? Скільки? 50 грам. І от 50 грам ти мені тут, як оце улітка, мокрий слід оставляєш. Ти ж понімаєш, ти ж взрослий. За такі мокрі діла треба кому-то відповідати. Матеріально. А ну, ти ж взрослий, а ну вгадай, хто з нас двоїх буде відповідати матеріально, а? Я, ти чи Онищенко, а? Онищенко, глянь, а куртка твій розмір, XL. А ну-ка, присвіти йому в лічність, поки нема нікого. Николай Петрович, ви? Не знав! Николай Петрович, клянусь, не знав! Ні-ні-ні, ще багатшим будете, Николай Петрович! Ще багатшим, ні, яке ви морло, ні-ні, ну яке ж ви морло, ну ви... Ви лучше, чого ви? Ні-ні-ні. Николай Петрович, ні, то я з Онищенком, ага. Коля, куря, що ж ти став? Ну підмости, Николай Петрович, щось під голову, щоб йому було удобніше в калюжі лежати. Николай Петрович. Николай Петрович, а ви якось вчора були мені наче поприлічніше лежали, а? От де встреч. Виноват, виноват, сорвалось. Виноват, Николай Петрович. Гніздо, 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 визива срочно дупло. Дупло визива, гніздо. Тут ви знаєте, тут таке, що... Тут таке лежить, що... Якщо вкратце, да? Не телефонний розговор. Людина прилічна, состоятельна, но ізвісна. Так що поживіться получше навряд ли. Угу. Як виглядить? Не дуже. Як муму після всплиті, ага. Та ні, він вже своє отробив, да? Охрану оставлять? І то правда. Ваша правда, все, до зв'язі. Николай Петрович! Николай Петрович! Що ж ви так розслабився? Що ти ревучиш, Онищенко, як дурачок? Николай Петрович! Николай Петрович! Що воно, возле вас так мух багато? Ну то йолки-палки, ну! Хоча мухи рідко ошибаються, ну! Николай Петрович, все, ми з управлінням зв'язались. Вам зараз
подъедут, помогут домой доползти, ага, на хаус. Сейчас быстренько организуют девочки, там же сауна все сейчас будет. Николай Петрович, ну все, вы тут отдыхаете, сейчас все будет чики-пики. Ну что, до завтра. Як поется в одной песне, на том же месте, в тот же час, е-е. Оце нарвались хлопчики, по бобикам. Так я не понял. Я не понял, что тут в бобике за братська могила. Сколько раз сказать, больше 15 человек в бобик не садится. Не, ну они впрутся больше 15 человек, что потом командир не может влезти в бобик. А кто тут каску под ноги положил? Ну елки, а, это ты, Иван. Панечка, ну ты тоже интересный, ты убери свою голову подальше. Бо сейчас так дам вот так по ушам, будешь как чебурашка в кине. Кто там советует? Кто у нас такой там умный? Ты че совсем че не понимаешь? Что старшего наряда не положено сидеть на руках у водителя. Тем более младшего по званию. Ты вот Онищенко, как первый день в органах. Что тут с той дверькой гадской? Ну, а елки ж ты, палки. Последний бобик проведе. Ничего, малята, поедем с ветерком. Валера, заводи, давай, 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 сынок, давай. Ой, работа большая, ну. Онищенко, вот скажи мне так, положа руку на сердце. Вот у вас когда-нибудь дома чеснок закончится? Я понимаю антисептик, но елки-палки, ну купи у псу, мы сбросимся. Ну что ж ты нас морешь, ну? Ой, вот послал Бог напарничка, елки. Так, мужики, чтоб я не забыл. Внимание, Валера, хватит реготать там. Як игрушка вот так, не привязана. Значит так, мужики, новое там постановление. Дуже сейчас много в Украине фальшивых десяток. Начинаю проверять на пятерках. Значит, берете пятерку, они только записывайте. Берешь пятерку, берешь кусочек сала. И перед Богданом Хмельницким, перед глазами, вот так. Если глаза белые, значит не фальшивые. Не знаю, мужики, я, знаешь, я долго думал. Я долго думал, что я тут бачу? Вот это гнездо, что оно матюкается целый день так, что можно подумать, что оно не лейтенант, а полковник. Ничего, мужики, я для себя решил. В чем мы ездим? Мы ездим в бобик. Я пойду в гаишник. Кричить, мама, ура! За последние полчаса это пятый тупик. Куда дальше? Я думаю, что прямо. Ну что, вообще уже, куда прямо, мама? Стена. Я с удовольствием, ну куда, мама, прямо, если стенка? Куда? Куда? Свети прямо.
как риса по кафелю. Куда? Сейчас ты начинаешь, сейчас ты заводишься, нервничаешь. Но ты же еще ж не пробовала. Вам поручалась одна простая, но очень ответственная вещь. Запомнить адрес клиента. Вы, мама, его забыли. Нет, я хотела не забыть, и сейчас хочу. Но не помню этот адрес, клянусь же, я не помню. Мама, я вижу, что вы довольны. Радуемся и танцуем. Давайте. Ну что ты заводишься, ну что ты начинаешь, что ты нервничаешь? Ну какой тебе адрес надо, пускай такой и будет. Мне адрес надо. Ну ты представляешь, ну какое хамство, ну. Мне одной адрес надо. Как будто я одна люблю покушать. Ну я клянусь, что я не помню этот адрес, я клянусь. Ну поставь меня возле этой стены, ну расстреляй маму! Чем? Давай, стреляй маму, контра! Стреляй маму, давай! Нет, ну это сам я! Я сейчас достину пульса, ты стреляй маму, давай! Вот мама перед тобой, стреляй маму! Давай, стреляй! Все, да, закончилось. Актриса закончила, да? Значит, мама, если клиента увезут, то вам, мама, внимание на монитор. И чтоб потом не было разговоров, за что? Ой, ну перестань, малыш. Я тебя умоляю, ну перестань. Я, мама, перестану. Я, мама, просто перестану вас брать на эти мероприятия. Я начинаю сольную карьеру. Все, хватит за меня нервы трепать. Я сама пойду напоминаюсь, натанцуюсь, наотдыхаюсь. А еду я буду брать с собой. Я буду мазать пред вашими глазами, мама, бутерброды, кушать сосиски ваши любимые. И потом мы посмотрим, кто из нас умная, а кто из нас будет спать. Я вспомнила! Деточка, я тебя умоляю, только не надо сольной карьеры. Я вспомнила, вот послушай. Но. Вот адрес дома я не помню. Но помню, что была дробь Б. Вот дробь Б мы хорошо запомнили, да? Так всю и войну прошли с дробью Б. Вот так, да? Это... Серьезно, да? Серьезно, дробь Б, серьезно. Боже мой, Чарли Чаплин. Вот так, Чарли Чаплин, да, серьезно. Взрослая женщина, ну, так я витворяю, как подросток, как вот этого сумасшедшего, ты тату. Красиво. Что там на меня капает? Ты посмотри, ну. Ну вся голова уже мокрая. Что? Боже, женщина на балконе, я извиняюсь. Слушайте, а вы не в курсе, где тут ближайшие похороны? А то мы с мамой заблудились, а хочется с человеком попрощаться. 12 часов. А что все? Что сосе? Вообще же. Я мама каже, что очень хочет отношаться, чтобы же было по-человечески. За гаражами на Куйбышева? Спасибо. Я ваш адрес хорошо запомнила. Мама, клиент за углом. Идем быстро, но торжественно. Поняла. Ой, Светланочка, помедленнее можно? Поняла. Значит, мама... Пока не узнаем обстановку, плакать не начинать. Ну, я поняла. Не надо эти дешевые импровизации ваши. Я поняла, Светлана. Мама, что поняла? Чтоб не было, как на Фучика 12, поняла. Не успели в квартиру подняться, начала кричать. Вставай, моя любимая подруга, вставай. Сейчас такой идиотской улыбкой. А в гробу дед лежит. Ну, с кем же не бывает? Да почему все время с вами бывает? Сказала, плакать и молчать. Плакать и молчать. Молчание – это первый признак глубокой скорби. Мама, вы когда молчите, вас приятно слушать. Пришли. Здравствуйте. Ой, не увезли еще. Не увезли. Знаешь, женщина, я говорю, не увезли еще, не опоздали. $20 проспорили. Я говорю, куда спешить, все там будем. Я извиняюсь, с праздником.
сейчас побьют, точно мама побьют. Вот это все из-за вас, у самой нервной системы. Нервная система, не к черту. Мама, кого хоть хоронят, мужчину или женщину? Ну, мужчину. Как вы знаете? А же женщину. Так я сейчас пойду узнаю. Ой, мама, перчик фаршированный. Как это по-киевски, Светланочка? Мама, мне перчик фаршированный. Кстати, о еде, мама. Сколько раз предупреждать, рыбу и мясо не смешивать. Рыбу в правый рукав, мясо в левый рукав. Рыбу в правый рукав, мясо... В левый рукав и холодец в карманы не совать. Между прочим, да, потому что не нравится мне холодец из карманов. Я брезгливая мама. Понесли. Ой, наливайте полные чарещопче. Извиняюсь, мама, песенник, быстренько, не то, быстренько. Сейчас мы вступим, сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Мы просто с другого мероприятия. Мы с другого мероприятия, с кем не бывает. Это песня, быстрее, мама. О, что это? Ось. Позови меня с собой. Вам что, нечего делать? Вам нечего делать? Ну, быстренько. Вот, на черном фоне. Боже, еще и боярского наклеил. Ну, ты представляешь, что делай, ну? Давай, это нейтрально для мужчин и для женщин. Ой, на кого ж ты нас покинув, ла? Ой, на кого ж ты нас покинув, ла? Ой, на первый раз ты задал бы, я уже людей неинтересно. Ой, на кого ж ты нас покинув, ла? Так, я не поняла, Люба? Так, Люба, надо ховаться за крышкой, Люба! Люба, Любочка, целую тебя в губочки. Что, конкурирующая организация, Люба? Что, гунчаки достать, Люба? Коечку забронировать в центральной, да? Я столько раз говорила, по нашим районам не лазить. Так, слушай, можно эту музыку потише? Но... Я и прошу прощения. Любочка быстренько поставила венок возле крышки. И покуда я моргну... Оно чухает сюда. Мутер, мой либен, мутер. Да мы умеем, оказывается, работать. Да, что, ты посмотри, как аплодируют маме. Я извиняюсь. Еда, быстренько, кулечек. Еда. А почем ваши пирожки? Я возьму парочку для Анжелы. Она такая, она девочка не пара, ей 15 лет, ей парочку съесть, яйцо лук, она обожает. Поедем! Мы поедем прощаться, конечно. Конечно, поеду, но чего ж не поехать? Просто я в Рафику не могу, у меня так там укачивает. Нет, все честно, маму как в Рафику укачает, ее потом не разбудишь, да? Это, мы любим на Икарусе, мы на Икарусе поедем от завода. Мама любит возле водителя сидеть. Фу, мама, не побили сегодня. Сегодня не побили. Хотя были все шансы, мама. У вас тапочки, а я на каблуках, извините. Мне тяжело убегать. Так, что у нас дальше за мероприятие, быстренько? Так, Светлана, 12:00 возле Макдональдса. Свадьба. Свадьба это хорошо. Свадьба это сытно. Форма одежды номер 2. Игры у ног моих сели. Мама, сегодня по образу вы заводная и веселая цыганка. А я крестная, никому неизвестная мама. Так, что самое главное в этой в свадьбе? Мама, ну халтура, ну распушите, ну елки-палки, ну распушите. Свежий эффект. Мама, самое главное в свадьбе это песня. Для невесты поем «Я помню все твои трещинки». Ну, поняла. Земфири, да. Вот. Вы на потанцовке, я на бэках. Вот. А для жениха мама будем петь «Голубая луна». Что? Курячая копца? «Голубая луна». Не знаю, что такое «Голубая». «Голубая луна». Вы же не выучили просто щелкунчик. «Голубая луна». Сейчас модно, а самое главное актуально. На 3-4 репетицию. Начи. Най. Голубая луна, голубая хорошо. Луна, голубая луна, голубая. А как никто его любила, пальто, голубая луна.
это самое, купила себе газету знакомства, слушай. Все, купила знакомство, думаю, а я простужена, девочки, простужена, знаешь. Думаю, сейчас выпью чуть-чуть своих антибиотиков, вот. Я сама гоню, вот. Слушай же, сила, значит, взяла что-то самое, положила газету, суперинтим, знакомство. Вижу, включила телевизор, клацаю канал, не Акай, Акай. Клацаю каналы, значит, дын-дын-дын, я же дистанционка, клацаю каналы по телевизору, девочки, одно и то же, ты бандит, это менты, шменты, понимаешь, этот везде, что не включу, ты. Не, ну ты, ну задрало, да и так денег нема, но что ты на всю хату. Я клацаю, о, слабое звено, думаю, о, сейчас я загадки подгадываю, знаешь. Сижу, думаю, господи, думаю, ну где они взяли эту ведущую? Не, ну серьезно, знаешь, она неплохая, знаешь, и прическа там, и очки, и все, понимаешь? Ну, я думаю, ну как с цепи сорвалась? Не, ну серьезно. Не, ну до ней приезжают крестьяне, понимаешь, поиграть вот это в загадки в эти. Ну а кто туда еще напишет, понимаешь? Мало того, что ты знаешь, бабы там готовятся, прически на голове делают, ты понимаешь, мужики тоже хорошо же, дети, такие, значит, свитерок бой, белые носочки, знаешь, ну вот. Ну, там же в тундре все родственники смотрят, же ты понимаешь? Мало того, что они стоят с этими табличками, как поджигатели, ты понимаешь? Не, что они так, как без бретеля, поджигатели стоят. И это, и она, значит, как девочка-фюрер, ты понимаешь? Я говорю, если бы я участвовал в этом слабом звене, я мало того, что там бы была драка, понимаешь? Это стопуду, там была драка сразу, понимаешь? Но если бы мне спросили, Вера Сердючка, как тебя зовут? Банк, понимаешь, банк просто. И я, значит, я смотрю, значит, мне так все скукошилось, ты понимаешь, и она, кто у нас тут последний дурачок, а ну пошел вон отсюда, вон пошел, вон пошел вон. Девочки, я говорю, да заведишь ты себе мужика, слушай. Зачем же свои проблемы показывать на весь экран, знаешь. А я сейчас, ты понимаешь, слушай, слышишь, слышишь, а я сейчас, знаешь, сделала волумы 44, волумы. На дистанционка, знаешь, слышу по батарее, мне бах-бах, пошли вон, выключила, психанула, слышу. Знаешь, взяла же газету, открыла, смотрю, там три колонки, такие, не такие, совсем не такие, знаешь. Не, ну я стою, это как вот, знаешь, Алёша Попович, знаешь, вот это возле камешка вот это, знаешь, туда пойдешь, получишь, туда пойдешь, дадут, и там еще тоже не уйдешь, понимаешь. И я туда-сюда, думаю, знаешь, возьму первую колонку, знаешь, думаю, первая колонка, первое место, созвонилась, договорилась, голос был не очень противный. Говорит, зовут меня Витя. Я говорю, хорошо, я Вера Ока, все, договорились. Я говорю, давайте встретимся возле Макдональдса, давайте. Думаю, знаешь, может, поведет, знаешь, сразу. Заразом и салфетки возьму, слушаешь. А что, мы даже с Ерей никогда мыло не покупаем. Заходим в Макдональдс, рассказываю, 200-граммовая баночка. Ну, под майонез, обычная баночка. Заходим в Макдональдс, знаешь, сейчас не закажем, знаешь. Подходим, значит, в эту, в келью для девочек, знаешь, да? Келью на дверях, когда ни один амон не зайдет, слушай. И я возле дозатора. И всегда и мылка свое, и шампунька, и пена для ван. Но не в этом дело. Макдональдс не виднее. Слушай-то, я все собрала, щелку Карлсон начесала, одела свою амбурку с Микки Маусом и тигровые лосины. Стою, живо жду, знаешь, строю себя с принцессу, знаешь. Люби меня по-французски. Зачем топтать мою любовь? Нема никого, как дура, 45 минут, девочки. Случайно просто опускаю взгляд, стоит метр шапкой в прыжке. Не, ну серьезно, метр шапкой в прыжке. Я стою просто по колено в шоке, я говорю, шоте. Девочки, шоте. Кому тебе, куда тебе? Не, ну серьезно. Не, ну, не, я не в том дело. Я не имею претензий к природе, понимаешь? Я к себе Гулливера не ждала, понимаешь? Ну, это же вообще, ну, даже не в пуп дышит, ну, клянусь, ну, дышу. Я, наш своим золотым копытом так тюк, знаешь? Хорошо, мой, знаешь, золотая антилопа. Слушай, сюда. Все. Я быстро третью колонку совсем не такие, созвонилась, договорилась. Тоже голос был не очень противный. Говорю, меня зовут Антон. Я говорю, это ваши проблемы. Я говорю, Антоша, а чем вы занимаетесь? Он говорит, я поэт-мазохист. Я говорю, прекрасно, я тоже люблю. Я тоже там и в детстве, там макраме тоже вязала. Я говорю, давай встречаться.
Вот слово знакомое, ты понимаешь, я не могу вспомнить, что за слово. Я думаю, знаешь, ну, думаю, подожди. Я захожу в кладовые своей памяти. Кладовые после дня рождения пустые, ты понимаешь? Я думаю, мах же, мазохист, оптимист, филателист, думаю, может, там марки собира, знаешь. Ну, я тоже собирала календарики котов сиамских. И переводки на холодильник, ну, это дело. Я думаю, ради бога, я же собрала, щелку Карлсона чесала тоже. Челка получилась такая, знаешь, взрослая челка, все. Две бутылки лака, слушай. Оно голову тянет, да. А я же на ветер не рассчитывал, ты понимаешь? Я когда спустилась по Чапаеву там вниз, по Королипник-то, на Королипник, я думала, укачаю, серьезно. Слушай, я делала такую ангорку розовую, это самое, с Томми Джерри, красиво. Сзади мишки Гамми, все. Одела такую, знаешь, гипюровую юбку, ну красиво, понимаешь? И Лариска с Турции привезла, прекрасно, юбка, поддела спортивная. Ой, кто меня там ночью видит? Это я умоляю. Здоровье важнее, знаешь. А мы договорились возле речки, возле Днепра. Слушай, я ж быстро нафуфырилась, чуть-чуть Красной Москвы, чуть-чуть Чехиризады, знаешь. Туда-сюда, знаешь, привет, привет, пока-пока, знаешь, пришла. Было без 5 минут 12. Брешу, без 3 минут 12, потому что гимн еще не играл. Да. Слушай, ты пришел, девочки, стоит рост, слушай, жила, просто жила, понимаешь, стоит. Я ж себя строю, знаешь, недотрога, недотрога, все меня дражнили в детстве, знаешь. Вот, а оно стоит как возле вечного огня, знаешь, ну такое. Я думаю, может, я в него первая, знаешь, может, у него комплекс какой-то. Я так, знаешь, стою, значит, на него смотрю, я говорю, не вешай одно. Гарди Марини. Мой старый дом, ланфрен, ланфран. Ну, знаешь, думаю, подбодрю, знаешь, это чуть-чуть. Конечно, не мой фасад. Не мой фасад, конечно. Но на безребье Кинг-Конг холсу, понимаешь? Я думаю, я ж туда думаю, знаешь, я немножко его раскомплексую. Туда, на теплоходе музыка играет. А оно, девочка, ну и как парализованная стоит. Я думаю, ну пошел вон, думаю, знаешь, не мечи, знаешь, бисер перед свиньями, знаешь. Я стою, что-то про свое думаю, знаешь. Это челка, да, ветру, ты понимаешь. Я, ну, задрала, серьезно, я пожалела, что сделала. Я что-то про свое думаю, про консервацию. Мне сказали, огороды, понимаешь. И оно мне говорит, девочки, я же не знаю, у него проблема с речью, ты понимаешь. Ну, с речью, плохо буквы выговариваю. И я стою без задней же мысли, расслабленно. Оно мне говорит. Меня! Дядя тут стоит. О. Да, ты что тут стоишь? Вот тебе, может, тебе стихи почитать? Боже, думаю, такого еще не было, клянусь. Дядя, мама, я тебе стихи почитать. А я-то понял, я, знаешь, как переклинула. Я говорю, ну давайте с чего-то начинать же, ты понимаешь? Девочки, это шифровка, просто девочки. Одни согласные, понимаешь? Одни согласные. Если бы прочитать эти стихи в ЦРУ, ЦРУ закрыла за профнепригодность. А тебе, Сережа? Я же, знаешь, ну что? Знаешь, ну я говорю, ну давайте, знаешь, начнем стихи читать. Антимон! Думаю, наш видно название, знаешь, ну не может быть такие коротенькие стихотворения, ну правильно? Антимон! Я поняла, давайте дальше, говорю, это Антоша, давайте дальше. Афинстан не ходила, кто-то, 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 и никто не знает, день! О, думаю. Слушай, думаю, я думаю, вздремну. Знаешь, я после ночной, знаешь, целый день на этих шпичечках, на этих ножечках скатишь, понимаешь, вот. Вообще после вчерашнего, ты понимаешь, голова раскалывается, ни баралгина, ни аналгина нету, ни спазмалгина. Думаю, вздремну. А у меня ж ногти на жвачках. Дворицкий, слышишь? И ресницы Мальвинка. Ну, я так, знаешь, ручки сложила и к Андрикам. Думаю, вздремну. Все равно у человека своя волна, 107 FM, у него там... Оно смеется, само читает стихи, смеется. Видно, стихи юмористические, понимаешь? Там видно им... И я так, значит, ручки сложила, все. Девочки, никогда не храпела, ты понимаешь? Никогда не, тут захрапела. Оно мне будет, я ничего не могу понять. Вера, Вера, сделай мне больно, Вера.
Я ничего не могу понять. Вот это, как назло, вот это, эти ногти подклеилось. Я сижу в жвачке в этой, понимаешь? Ресницы поприклеилось к бровям. Я не могу ни моргнуть, ни выдохнуть, ты понимаешь? Вера, сделай мне боль. Я говорю, тихо, 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 Антоша, фу, Антоша, тихо. Ну-ка, ты сделай мне больно, сделай мне больно. Я не люблю, когда меня долго просят. Сделала. Жу уже неделю, до дембеля осталась ерунда, 721 дней и ночей. Ну как вы там, родаки, проводы уже мои отгуляли? Или еще кто-то приходит опохмеляться? Моей любимой подруге Светке передайте большой солдатский. Что-то я не верю, что она меня с армией дождется. Кормят в армии классно, почти как дома. Особенно повару дается хлеб. А 3 дня назад выезжали с нашим командиром. Не-не, с генералом. Мы выезжали с генералом. С генералом! На каску с собакой нарисовать. Выезжали с нашим генералом на боевое задание. Слышишь, тормоз возле флага, слышишь? Выезжали с нашим полканом на боевое задание. А, с Литвиновым. К Лариске к его, к любовнице, картошку купать. Да жуков собирать, короладские. Карательный отряд у нас. Слышишь, сижу за рулем. А все? Да там классно, сижу. А для меня же УАЗик это родная машина после комбайна. Я сижу. За рулем. У меня пошел поворот. После педали, конечно. Пошел у меня разворот. И тут откуда ни возьмись она. Мерс. И ты понимаешь, Мерс, нифига вообще. Мерс, она ж бобик, ну как домино, ты понимаешь? Вы! Я, значит, сижу, значит, на земле, руль в руках держу. Думаю, как я теперь буду поворачивать? Алло, дежурный киоска по продаже оружия, рядовой Белоконь. Что за звон вообще? Ты вообще знаешь, за сколько время уже, что ты на меня сказал? Что ты на меня сказал? Да ты... Что ты на меня сказал? Пока я шел туда, ты шел оттуда. Понял, дурачок? Кто там? Ой, товарищ старший сержант Доценко, не-не-не, понял вашу шутку, очень смешная. Папа, нашего кабана назовите старший сержант Доценко. Я приеду домой, я с ним разберусь, он мой. И у нас отменяем, Еля! И у ноги, Брызыков, а боже, засну. Пеняшую снежную даль, три белых коня, и на тебя не можешь в костюме смотреть. Просто ходит кусочек солнца. Что это такое? Это кофе? Так, я буду с хрусталя. Давай. Чего ты? Я люблю пить кофе маленьким, а не стаканами. Что ты, как у тебя село и люди? Ты вообще в ведро себе кофе. Кофе пьют по чуть-чуть. Ты знаешь, во Франции, когда я... Буду во Франции, то там пили кофе всегда по чуть-чуть. С утра булочка и кофе. А не так, ты пельмени, тюфтели, пель, ведро кофе, Ты знаешь, ты вообще, тебе сдать в институт культуры. Приди в Поплавск, я тебе сдам, подожди. Приди в Поплавск, я тебе быстро сдам. Ой, что ты, как классно сидим, да? Сидим вдвоем,
общаемся, как-то проходит процесс общения, правда? Ея, ты страшная женщина. Папу мы тебе в этом году нашли, то есть что? Но ты знаешь, мы знаешь, что не пили? За родителей пили, за любовь пили два раза, за мужчин пили, за девочек пили. За нас... Юля, какие мы подлые, мы с тобой знаешь, что не пили? Мы с тобой, не, я люблю кофе чуть взбодриться. Мы с тобой, Юля, не пили за нашу работу. А ты, Юля, не сказала тост, за королеву железной дороги, за меня. Я предлагаю, так как ты не смогла, так как ты не захотела, я скажу тост. Я хочу выпить вообще за всех проводников разных рас, разных народов. Я хочу выпить за проводников всей Евразии. Поняла? За всю Евразию я не жалею ни о чем. Построй фундамент, это дом. А то, что... Дорогие проводники, кто меня сейчас слышит? Китайские, австралийские, нидерландские, лапландские, германские, разные. А самое главное... Ты кто? Илька, ты? Я думал, все шапки у Жанки не узнала. Ну давай. Илья. Выпьем же за наших коллег. Две буквы Л. Родные мои проводники, вздрогнули. Говорит тост, королева железной дороги, женщина... И давай я сейчас выпью кофе, потому что... Глаза же, знаешь, слипаются, Елька. Почему мы не делали вот это? С Новым годом, один плюс один! С Новым годом программы это шоу! Ну, как хорошая программа, так сразу ее сгорает. Еля, Украина, вы знаете, вы... Фу. Сейчас пожарники нас еле повесят. Еля, прекрати. Прекрати позорить меня по Украине. Вы знаете, Украина, мне часто дуже пишут, как Еля, как лучшая ведущая Украины, мне пишут, говорят, Вера, почему вы такая тиран и деспот, что вы не даете Еле слово сказать? Скажи, что за я тиран тут? Что я тебя кручу когда-нибудь? Я хочу сделать в эту новогоднюю... ночь. Специально даже многим ребятам из мест не столь отдаленных, которые пишут нашей Еле в робкой надежды, но вы просто стоите незнакомы, товарищи. Ничего. И я хочу, чтобы именно она в эту ночь сделала большой сюрприз. Я с ней репетировала 2 месяца. Мы учили с ней стих Натальи Забилы. Натальи Забилы, били мухи. Мы с тобой учили. Называется она «Били мухи налетели, все под дверью стало било». Ну, там не следите, сколько мух, ой, летят, иначе, извините, пух. Галя, Петрику, Гендрата, кажут, хватит спать. И побили. Еля, сейчас надо всю Украине рассказать. Я сейчас просто взмахну волшебной палочкой, и Геля расскажет нам всем стих. Новогодний подарок, между прочим. Раз, два, три... Чудо совершить! Еля, я тебе сказала, раз, два, три, чудо совершить! Еля! Еля, что ты так дурочка, что ты вообще позорок? Слышишь, ну ты вообще же... Еля, встань немедленно! Еля, я сказала, встань немедленно! Еля, я сказала, я тебе припомню. Ну, сейчас Еля хочет чуть-чуть немножко отдохнуть. Совершенно немножко отдохнуть хочу, Еля. Собака такая. Ты бы сделал петрушка, блин. Ты сделал петрушка, ты завтра просто дайся. А мы это все перенесем на следующую программу. Позор мне. В новогоднюю ночь, в ночь тигра. Вот, и мы обязательно услышим наш чарующий, просто поражающий воображение голос Джельсомина. Дорогие друзья, Новый год уже наступил. Новый год уже наступил.
наступив, і я хочу в преддверии цього Нового года сказати ще немножко пару волшебних слов. Как бы сказала действительно настоящая волшебница. Но я это скажу позже. Украинцы. Дорогие украинцы. Сейчас. Я хочу сказать без бумажки. Я хочу сказать без бумажки. С Новым годом! С новым счастьем! И, как говорится, в бокале пусто, на душе грустно, но Новый год мы открыли! Это главное! С праздником, кисти мои сладкие. А я пошла танцевать! Звезда пошла на небо. Туман яром, туман долы, но Еля, хватит, туман яром. Кто тут звонит? Кто тут звонит? Еля, тихо. Может, Ася Карпана? Алло, 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 алло. Мы уже спали, кто сейчас нас разбудил? Кто? Вы говорите с авто... Толик? Який Толик? Онищенко? С Полтавской области, селище Днепровске? Что ты хотел, Толик? Толик, вообще, ты вообще знаешь, что нельзя в такое время звонить уже взрослым тетям? Потому что взрослые тети в новогоднюю ночь уже плохо себя почувают. Бо им же тоже хочется спадки. И когда говорится, у рученьки зырпнуть, злипаются вещь. Сказку рассказать? Что ты... Дурочка какая. Чё... Толик, а что ты не спишь? Мами нема, да? А папа? Маму шукає? А, ну-ка шукає, ну навряд ли він щось до нього получиться. Ти просто мама волшебниця. Вона пішла шукати подарки новогодні. Санта, ну, сказку розкажу. О, Боже, ну ти просто... Я всім зараз розкажу сказку. Ну, значить так. Жила-була проводниця у вагоні. Все-таки вот собаки в преддверии, вот осталась там уже ерунда до выступления Владимира Владимировича. Мы хотим показать номер, которым мы с мамой показываем в Германии. Нас в Германии знают, ну, естественно, да, нас не знают. Ну, где и, вас, да. Да, но... Вас там каждая собака. Ну, в общем, номер такой, Максим. Конечно, мы стесняемся. Да что, ладно, ну что так, неудобно. Раскрепоститесь, Вера. Раз все знают. Короче, вот. Называется номер собачки. Не знаю, вы еще не бачили, подождите. Значит, я для людей, которые не обладают фантазией, рассказываю. Я собачка возле... Знаете, миска стоит, миска. Ну, для собачки. Там хлеб в борще, знаешь, вот так собаку кормили. Я собачка, ну, как сказать, мальчик. Ну, кобылек, собачка, да? Привязанный, значит, к этой же... К будке. А мама будет играть собачку... Какую? Ну, девочку. Ну, девочка. Ну, мы знаем, как сучка, это. Да. Да. Ну, чего вы? Ну, это же литература. Вот. И она так, типа, ходит, ну, такая приблуда. Но... Знаете, загляда собачка. Она ходит, ей нечем заняться. А я сижу, я такая домашняя собачка. Мальчик. Сидит, значит, возле... Маму зовут, допустим, там Пальма, а мне там зовут Бровко. Ну, примерно. Ну, я так ляпнула сейчас. И вот такая мыска. Ну, понятно, да? Ситуация понятна. Я сижу возле будки. Этюд без слов. Можно тут похлопать сейчас. Uh...
Ну, такая сценка. Немцы в шоке были. Так оно им было правдоподобно. Політично-сатирична сценка. Я Вітя, а мама Юля. Чого тут сидити? Що таке? Чого тут бити, часи ти в мене душою? Щоб сіли мені на коліна. Встали і вийшли сюди. Йдіть від селя, кажу. Коли ми будемо по темі, Вітя? Вийдіть з селя. Вийдіть від селя, вийдіть. Я поки не виясню, чого мій самоліт в ваших руках, я нікуди не піду. Я вам щиро відповім на ваше конкретне запитання. Що, незалежність – це, перш за все, батьківські очі, це лагідні материні руки, це річки, це озера, це житній хліб. Мені дуже цікаво, але віддайте мій самоліт. Іди отсюди. Я кажу, відійди отсюди. Віддайте, Вітя, мій самоліт. Іди отсюди, кажу, що ти взяла, що це твій? Що ти взяла, що це твій? Що ти мелиш? Там підписано, подивіться. Іди від селя, кажу. Іди, Вітя, дайте мені. Іди від селя, от гріха подальше. Іди. Іди. Я кажу, самоліт віддайте. Що іди ви за людина така? Що ти робиш? Догралася? Я ж тебе просив, іди від селя. Я не винувата. Що ти зробила зараз? Ти зараз всім показала, всій Україні показала, як ти поважаєш труд пересічного громадянина України. Та я його в руки навіть не брала. Ось ці руки нічого не ламали. Ти соображаєш взагалі і знаєш, як важко українським бджолам. Та хай тебе ті бджоли й покусають. О, яка ти жорстока людина. А ще мати.